жирненький. Да. Мне просто... Я вот всегда, когда Дина выбираю вот этот подвид, тихо, тихо, я... тихо, можешь чуть помолчать? Да. Спасибо. А, все, можешь разговаривать, я его вижу. Я просто слушал. О. Я просто всегда, когда Диноса выбираю, этот подвид, там 10% это херня, там... толком. Я просто смотрю на внешку. Мне вот понравилась его морда прям жирная такая, мясистая. Я его и пикнул. Единственное, я всегда тащусь, когда пати куда-то решает передвинуться. Так нормально. Мы на лагуну, просто сейчас доспелета хочу съесть. Вы же голодные? Он на вас бежит. А, вы далеко, пиздец. Я понял. А чё, а вы чё? Он не маленький, нет? Я, в смысле, он? Но он сабик? Да. Нет. Нет, еще меньше, но у него укус есть. Типа. Не, это саб. Это сабик. Да. Не супер мелкий. Я пытаюсь его забайтить на этот перелом. Аккуратно. У него перелом есть. А, нихуя он как встал там. Стой, я сейчас с другой стороны зайду. Не зайдешь, скорее всего. Там ступеньки, только двойник запрыгнет. Ну да, молодец, еще жопой в меня упарись. Он сейчас упадет. Может толкнуть его, не знаю как. О, да-да-да, кусай его так. А не дотягивайся, он далеко от меня просто. Ну, хоть вдруг он спрыгнет. Ну, я же говорю, он какой-то маленький, как будто бы. Все, упадет. Нет-нет-нет-нет! Да, он почти тебя в морду прям уснул. Так сидит. Знаете, он место, конечно, выбрал. Но он не решается два или один выбрать. Неужели он так боится бублика одного? А, да, со спиро пришел. Так, ладно, у меня есть одна идея. Она странная. Нет, он убежит сейчас туда, спрыгнет. Из-за тебя он не убегает, а то бы он сюда убежал. Так, нормально, сейчас, не ссыть. Куда он не убежит? Так, вы стойте тут, я тогда туда пойду. Окей. А, нет, не пойду. Чё там? Тут обрыв. Не-не, там спрыгивать высоко, если ты об этом. Блять, поорал на единичку. Я вот тоже могу на единичку поорать. Парень. Ребят, тут еще один. Где? Еще один идет здесь. Да ты издеваешься. Он, наверное, из-за этого. А, тоже сабик. Че делаем? Валим. А этот залезть тут не может? О, сейчас. Он линяет. Побег из Шоушенка. Ну и чё? Я есть хочу. Мне чё, голодать теперь?
А ёбаный рот. Ай. Блин, когда они двое, не очень хорошо, если честно. И далеко от воды быть не очень хорошо. У него какой-то окрас странный у этого чувака, которого первого мы встретили. Что у него с лапами? Почему лапы красные, а сам какой-то пятнистый? Может, пойдем на озеро, там рыба и будет. О, она чуть выше. Я не понимаю, что тут прикол в том, чтобы просто получить удовольствие от их убийства, а не поесть. Да. Ты для чего тут этот нового растила? Чтобы драться? Давайте не встали, конечно, черти два. Жопу. Блин. Один раз попал. Я сейчас отойду, попью воды. Давай. Да и вообще по кайфу на чили, пока свободен. Ой, уходи. Сломает еще. Есть. У красного точно есть. У которого ноги красные. Ну я не знаю, меня он как-то... Мы прям застряли в них. Наверное, боялись друг другу сломать. Ну они боятся, стопудово. Так, и ладно, я тоже попью. А то у меня вода на нуле, блядь, хотя квест на еду. До сих пор. Контроль, сейчас приду. Убежали? Они убежали? Нет, они атакуют нас. Потому что вы ушли. Да. Бросили нас. Мы голодные и холодные. Мы сейчас к вам подведем. Давайте. Ой, блин! Вылетел на меня. Это хорошо, даже если подведете, будем от воды играть вообще четко. Промахнулся по мне. Просто так вот идем, все. Ау. В воде. Надо чуть ниже их спустить, там озеро будет. На реке не вариант. Где они? Идут за мной. Они пить хотят. Долбанное бревно. Ну тут тоже вода нормально глубокая. Блин, в озеро не спускается. Ну они не дураки, я думаю. Ну не совсем. Ух, ё-моё. Ай. Блин, какое-то место очень неудобное для драк вообще. Хрен развернешься, где постоянно застреваешь где-то. Чё он за мной несется? Ой, это кто-то пищит еще. Я одного накусала хорошо. Аккуратно, не сломайся. Я вот этого светленького накусала хорошо. Да, вижу. Зажимается. Понимаешь, я тупо сейчас стояла на месте, не могла никак. Меня тпхало просто жестко. Латенко, что ли, орёт? Ход, да. А Латенко нет? Куда они пошли? Сюда идите. Там еще есть вас. Наверх полезли. Отлично, Маракут. Тут озеро. Аккуратно. Сзади к тебе. Там озеро? Да.
А, они спрыгнули. Там можно спрыгнуть, там невысоко, но достаточно. Они пытаются вылететь. Десантура. Сай. Дурак, что? И уходи. Кого кошмарик. Собак? Кошмарик. Кошмарик. Уходи. Убиваю светлого. Бля-бля-бля. Это уже какой? Третий раз тебя убили. Ай. Долби, долби. Ломаем, ломаем, ломаем. Доталова, все, ложись. Сучата, блять. Ура! Победа! Блин, кошмарика потеряли. Угу. Жалко. Этот парень бы... О, нифига себе, он сдох, а у меня перелом столько, что сейчас работал. Чудеса! Кстати, при переломе, вы знали, вот так назад бежишь с той же скоростью быстрой? В смысле, при переломе ты на иксе вообще без любой скорости нормально идешь. Ну, типа, можно вперед идти. Этот кошмарик был из тех, кто просто любит жизнь. Нормально, ничего страшного, типа сейчас вырастет быстренько. Я недолго рос на сапе. Главное, что уже все купила, обилась. Да. Сейчас приду. Я разбежавшись, прыгнул со скалы. Блин,